Приветствую, приветствую всех, кто смотрит видео. Это новости, тире, не до новости. Почему? Потому что я сижу без света опять. Электрики не просто так баловались электричеством до этого. Оказывается, там все серьезно. Они теперь полностью отключили и меняют половину всей электролинии, которая километров тут 10 примерно, если не больше, наверное, даже. Вот она очень устаревшая, поэтому они ее решили полностью менять. Вот так все у меня в бардаке, все пока все лежит в заготовках. Все оборудование, в принципе, практически все оборудование зависит от электричества, поэтому все остановилось. Вот. Это видео я только для YouTube, конечно. Больше нигде его развешивать не буду, потому что какие-то новости. Вот. Потом обещали включить, в принципе, вот для других ручек, так заготовки уже пыли покрылись. Обещали включить, по-моему, в воскресенье, ну, если, конечно, не собрут. Поработать успею, я все-таки тут почти месяц поработаю. И обещали опять выключить примерно с 7 сентября дней на 10. Будут менять вторую половину электролинии. Опять в сентябре у меня получается такой простой. И я подумал сделать себе выходной, то есть отпуск сделать. Прям реальный отпуск. Давно я его не видел. Вот. Все пошу как-то тут. Без выходных, без отпусков, без всего. А тут дней 10 у меня точно будет гарантировано в сентябре. Поэтому вот так вот, в общем, я вам даже, наверное, на будущее даже. То есть, что и как. Поэтому вот август, я думаю, все-таки поработаем. Все-таки я выпущу тут хотя бы 2-3 партийки путных вещей. В сентябре опять отпуск, значит, и уже потом уже будет постоянная полноценная работа, то есть без перерывов, без всяких таких вот казусов. Ну все, вроде бы, как бы не до новости на этом. Все, дамасские лезвия я не довырезал до конца. Опять же, по этой же причине, при отсутствии электричества. Но там, в принципе, немного осталось. Вот у меня в другом тут помещении, поэтому я сейчас не под руками показать не могу. Ну там, в принципе, показывать нечего. Там все вот, вот в таком вот грязном таком вот виде все. Поэтому на этом все, пожалуй. Так что вот только для подписчиков YouTube это видео будет вывешено. А там уже, наверное, в следующий раз покажу. Уже, вот, наверное, думаю, надеюсь, в воскресенье уже мне включат все-таки свет на весь август. Я уже покажу, скорее всего, готовые лезвия. Хоть какие-то. Ну все, в принципе, на этом все новости. До свидания.